Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня тест. Довольно-таки, я надеюсь, интересный тест. Думаю, многие видели, что Барт начал сливаться. И причем, который вроде и не должен сливаться. Топовой сборки. Так, вот такой вот у нас будет оккультист. Я снял супер питомца специально, чтобы миссали. И такой вот Барт. Два героя, которые, по сути, довольно-таки хороши. Которые обращают входящий урон в отхил. Сейчас попробуем поискать какого-то топа, чтобы на нем зацепиться. Хочет... Ничего, никого нету. Вот. Отлично. Так, смотрим. Вот такая вот сборка барда. Она, по сути, неубиваема. Ну, то есть, вы видите, что вот сейчас 3 минуты мы простоим. Герой будет держать свободно. Поставили на него питомца, и все, good. То есть получается нули, и нифига не сливается, он не сливается. Всему пофиг, абсолютно все. Что тут у нас по героям? Оккультист, лис, землеройка, зефир, стрелок и ворожей. Ну, довольно-таки неплохой вариант. Ну, то есть, видите, он даже не получает дамаг. То есть, вынести базу, такой вариант может запросто, ничего с ним нет. Но, я думаю, многие видели, что этот... он сливается, он у меня сливался в запределе, он у меня сливался на... рейдах, если я не ошибаюсь, мы тестировали божество, и в итоге нас просто тупо слили. Все очень просто. Получается, идет конфликт барда с оккультистом. Ну, то есть здесь вот вариант, я думаю, вы видели, что никак мы его, ну, точнее, они никак убить не могут. Я надеюсь, он будет еще. Второй вариант, кидаем оккультиста. Ну, то есть оккультист тоже вроде как бы живет. Конечно, он похуже немножко, нежели бард, но тоже урон держит отлично. И казалось бы, что вдвоем они должны просто мега тащить. Но, увы, каким-то образом два скилла накладываются, и непонятно, что происходит, и начинается слив. Не знаю, с чем это связано. Вот даже его слили. Так, поехали. Теперь нападаем вдвоем, кидаем. Раз и кидаем два. Смотрите внимательно на моего барда. Уже наполовину просел. До этого он, ему было пофиг абсолютно все. Сейчас бард просто тупо проседает, как оккультист до этого. Все, барда нет. Магия, короче, магия. Ну вот я не знаю, что тут сказать, но это реально баг. Почему два героя, которые топовые, по сути, они сливаются вдвоем. Один стоит, вот опять же нападаем. Один дамажит. Точнее, дамажит, получает дамаг от нули, если он один. Как только мы выкидываем второго персонажа, у нас начинается счастье.
Вот, пошел дамаг по нему. То есть он начинает сливаться. Чем это связано, ну, я даже не представляю, потому что, в принципе, не должно такого быть. Они вдвоем, наоборот, должны стоять. Но, к сожалению, у нас идет слив. Какие бы вы там эмблемы не поставили и прочее, начинает попадать. Ну, этого слили. Вот сейчас один он будет, ему будет пофиг. То есть везде нули практически. Как только они вдвоем, все. И поехали, почитаем скиллы героя. Восстанавливает трем дружественным героям, трем, то есть ни одному, не перекидывается никуда, 600% от атаки. Каждую секунду на протяжении 4 секунд. На следующие 2,6 секунды призывает щит на каждого из них, который отражает 32% дамага. Этот щит нельзя снять. Также восстанавливает 100% Аресы 4 со 100% жизнью, кулдаун 5 секунд. Каждый герой может только один раз это сделать. Имеет иммунитеты. Каждых 6 секунд призывает щит на самого себя, который призывает щит на самого себя, который превращает весь дамаг в жизнь. И вот, скорее всего, это все происходит из-за того, что у нас есть Барт, у которого есть, давайте читаем его скилл, бьет одну вражескую цель 1300 от атаки, снимает все негативные эффекты, также кидает щит, на каждого из них 2 секунды щит активирован, герой имеет плюс 110% атаки и превращает входящий урон в ХП. Вот, скорее всего, здесь, я не знаю, каким образом здесь... Хотя тут, в принципе, скорее всего, что вот этот вот щит, либо его снимают, либо я не знаю что. То есть он перебивает щит самого барда. То есть таким образом у нас получается, если кидать... Давайте даже знаете, что сделаем? Давайте сделаем его более живучим, с уклонениями. Сейчас попробуем, надеюсь, он еще будет... Напасть на того же, какой там 38-й был. Есть, отлично. Так, закидываем. Оккультиста. Вот такой сборки ему, по сути, пофиг все. И закидываем барда, которому тоже, казалось бы, все пофиг. И вот. Скорее всего, оккультист бафает барда, вследствие чего он просто получает его баф, а не свой. И, соответственно, получается такая вот фигня. Не знаю, хотя, в принципе, с другой стороны, он же тоже превращает... урон в отхил. Надо их как-то попробовать сейчас раздельно закинуть. Вот смотрите, просто улетел. Попробуем одного здесь. Он нормально держит, то есть его тоже в таком варианте с супер пэтом просто не сливают. А теперь кидаем табарда. Вот сейчас нули идут. Ай-яй-яй-яй-яй, появился в сети, не дал надо атаковать. Поехали следующего, значит, смотреть. Вот тут даже попадают хорошо.
дамага дофига. Так, вот его щит собственный. Смотрим дальше. И вот видите, начинается какой-то трэш. Его слили, интересно, атаки его соло сырьют. Вот реально здесь пофиг. Ну, в любом случае, их вдвоем нельзя ставить. Просто бессмысленно. Но этот живет нормально вроде. Даже отхил идет под лисом. Сейчас попробуем еще разок напасть. Давайте стартанем вот с этого и закинем еще вот так. Тут больше точности, тут быстрее у нас оккультиста сейчас несут, наверное, нежели барда. Короче, фигня. Там на одно, здесь совсем другое. Непонятно. Непонятно просто, чей щит срабатывает. Ну, хотя, я думаю, скорее всего, щит оккультиста лажу какую-то дает. Потому что ну, бард сам по себе нормальный щит дает. В любом случае его сносят как-то. Давайте еще кого-то поищем другого. Поставили питомца, начали этого просто ушатывать. Вот, смотрите, опять наполовину просел. Смотрите, дамаг весь получает. То есть, по сути, где-то скорее всего от оккультиста идет баф, который просто снимает его. Вот и все. Поэтому вместе их, я не знаю, то ли это баг, то ли это нормальное явление. В общем, такая вот фигня. Вместе их ставить просто противопоказано, потому что барда сольют. Вот так вот, ребятушки. Надеюсь, вам это поможет. Не юзайте их вместе, ставьте в разные пачки. Я сам это вот недавно увидел, общались в телеге с АЭС ребятами. И такая вот получилась у нас лажа. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Пишите, кто какие еще баги видит. Будем смотреть на них, тестить. Всем удачи. Всем пока.